Ну что же, вот и началось у нас противостояние. Инзарн тоже успел получить плюшек, но все-таки затащил первый раунд. Открывает счет. Ну и тут же сравнивает его Аум. Тоже предпочитают эмочки, хотя вот у Дизанда сейчас калаш. Неплохо, выходит вперед Аум. Отдал первый раунд, но два забрал себе. Все живы, здоровы. 10 хп у нас тем временем у Дизана. И он все-таки берет этот раунд. 2-2, сравнял счет. Открывается Дизан, и он в него шьет. 3-2. Заспрейл его. Очень закрытая игра, два игрока. Ну вот и первый контакт. Очень хорошо, Дизарм. 3-3. Ох ты, как хорошо по щам-то с прострела получил. Но не растерялся и добил соперника. Берет авик. 4-3, выходит вперед Дизарм тем временем. Мажет первым выстрелом. Мажет вторым. Увидел ногу, выстрелил. Нет, не вышел оппонент его. Поменял девайс на калаш. Снова калаш. И авик. Пытается запутать своего оппонента. Но Алму как-то все равно. И есть попадание в голову, неплохо. 5-3. Все-таки добил савика. Эмочка. Есть попадание. Спрей неудачный получает в голову. 4-5. Ох ты, еще две головы. 5-5. Две пули так хорошо прилетело, но там достаточно одной в голову. Ответ на 6-5. Подбирает авик. Мажет. Пока ничего страшного. Мажет второй раз. Вот уже получил на минус 42. Попадает вверх. Попал два раза, но этого недостаточно. И еще два попадания. 7-5. Ну пока Дизармт ведет, но борьба все-таки есть. Ох ты, обидный промах. И минус 72 хп. Все-таки Алм забрал этот раунд. Да, промахнулся Дизармт, должен был попадать, убивать. И еще хорошая глава, 7-7. Решающий раунд первой половины. Есть попадание, и все-таки Дизарм первую половину оставляет за собой, но разрыв небольшой, всего лишь один раунд, 8-7. Довольно-таки равная борьба, но Дизарм все-таки лидировал продолжительную часть времени. Ох, какой выстрел. Пистолета в голову. Вот уже 9-9, снова ничья. Ну и сразу же решается этот вопрос ничья. Мажет. Да, хорошо. Снова берет авик. По-моему, Дизарм — это единственный игрок, который берет авик на этой карте. Но вот тут неудачен, 10-10. Больше ни за кем не замечал авики. И причем не просто берет, но еще и набирает раунды с ним. Неудачный размен, и у нас Алм выходит вперед, 11-10.
видит голову, но не может попасть, боится долго целиться. Кончаются патроны, быстро меняет девайс. Не тратит время на перезарядку. Долгий раунд. Очень аккуратно играют два игрока. Ну, пока он более удачно, он хотя бы попал. И да, забирает 12-10. Как-то дизайн неуверенно себя повел в этом раунде. Но ответочка неплохая, 12-11.